Здравствуйте, видео называется Back to School. Я вам сегодня покажу учебники, которые нам выдали к школе. И вот потом наступило. Итак, ребят, всем привет, с вами снова, как всегда, Стас. И перед началом этого чумового, офигительного влога я вас попрошу подписаться на канал очень интересного человека. Это канал Дэйв Торрелл. Надеюсь, правильно прочитал. Ссылочка, как всегда, будет в описании, а я прям при вас. Нажимаю заветную кнопочку «Подписаться». Контакт беспокоит. Я надеюсь, вы сделаете точно так же. У него прохождение Mortal Kombat. Это прекрасно. Я думаю, что я их не прохожу. Так что где же вам их еще смотреть, кроме как не на этом канале. В общем, подписываемся. Ссылочки, как всегда, в описании. С вами был Стас. И погнали смотреть офигительный влог. Ребят, всем привет. С вами снова, как всегда, Стас. Мы идем в школу. Такую прекрасную погоду я выбрал для записи. Как называется, я как всегда просто, кстати, идет дождь. Сейчас я покажу себя, за ней идет ливень вообще. Вот так вот, я иду утром в школу. И дождь, покажу себя. Так бы я. Здесь вам что-то видно. Как иду под зонтиком. Кстати, все еще потом. Еще рассказывать, что такое погода. И вот потом наступило. Прошло буквально несколько секунд. Вот. Что могу сказать? Сегодня, по-моему, 6 или 7 сентября. Я только снимаю видео, как я пошел в школу, потому что до этого неделю мне было как-то не до этого. Неудобно так делать. Зонтик, ну и зонтик тяжелый. И я сейчас капает на телефон. А теперь на меня. Вот такая вот дилемма у нас. Что ради вас? Это такая пустынная у нас улица. Я уже в школе подхожу. Вот. Я так вот иду. Учиться я, конечно же, хочу. Это 11 класс. Это надо. Ладно, сиди, потом. Дорогие друзья, с вами я. Сегодня влог, 7 число. Я уже, как вы видите, дома, сижу на кухне, слушаю музыку, это Aerosmith. Пришел уже со школы. Что-нибудь вам сделать пойдем? А давайте я прорекламирую свою группу. Надеюсь, вы подписались на группу. Сейчас переключусь. Итак, ребят. Вот моя группа ВКонтакте. Вот ее. Сейчас я адрес покажу. Вот, Захар Channel 0. Почему 0? Ну, не знаю, потому что Захар Channel, кстати, уже был занят. Я вообще не знаю, какой человек посмел занять, так сказать, святое. Покуситься на святое. Забомлось. Это давайте я покажу вам, кстати, мою новую шапку для канала. Знаете, как я вам ее лучше покажу? Не смотрите на бардак. На рабочем столе тут все убрано. Как так? Тут так все убрано, что я не могу. Это то? Нет. Давайте так тогда покажу, как она выглядит. Смотрите. Все понятно, все читаемо. Давайте поставим лайк за новую шапку для канала. Я думаю, это прекрасно. Смотрите, сколько подписчиков уже, 764. Давайте до 1000 дотянем, почему-то я хочу 1000. Давайте сделаем все, чтобы мне было 1000. И в группу мы тоже вступаете. Например, недавно там появилась музычка Свинка Пепе. Она у них, кстати, скачана. А, где она? Вот, давайте послушаем. Прикольно, да? Это на iPhone поставить, если хотите. Мелодию, тут 30 секунд все обрезано специально для вас, я это находил. Я думаю, вам больше нравится, если снимать вот с такой вот более профессиональной камеры, потому что здесь и фокус такой можно. О, прям, о, фокус. Фокус. Также, дайте я свой еще твиттер прорекламирую. Вот, блин, не туда нажал.
Васечка, сейчас мои вида. Вот мой твиттер, я пользуюсь программой Твитбот. Так и называется, потому что она более качественная, чем обычный твиттер. И вот я, ваш, я, покорный слуга, так сказать. Тоже давайте подписываемся на мой твиттер, инстаграм, все ссылочки в описании, конечно же. Так неудобно с большой камерой. Вот была бы у меня вот эта вот большая камера, которая Nikon D5200, хотя бы в 3 раза поменьше, я бы ее таскал в школу и снимал там вам безумные влоги. Так что надо поставить лайк. Кому нравится Aerosmith, я вот их открыл для себя вообще недавно. То есть я вот их послушал буквально. Первые 2 песни. Мне как-то нравится. Они вот в Москву недавно на день города приезжали. Так что это вообще лайка заслуживает большого. Вот, я вообще обожаю его. Кстати, что это, раз волк идет. Смотрите, что у меня в компьютере появилось. Прикольно, да? Это я вам еще не показывал. Это мне пришли с Алиэкспресса. Вот такие вот клевые стикеры. Стоили что-то под 120-130 рублей. Короче, вообще ничего не стоили. Такие вот всякие вот. Мне очень нравятся. Они украшают так ноутбук. MacBook смотрится еще интересней. Дырка на столе, не будем на нее смотреть. Это так должно быть, ребят. Это творческий беспорядок. Дырки на столе, это творческий беспорядок. Вступаем в группу. И давайте следующее включение. Итак, вот следующее включение. Ребята, еще на том же месте. Я даже не знаю, что вам показать. Я показываю страницу ВКонтакте. Тоже туда вступайте, пожалуйста. Я думаю, это будет абсолютно правильно. Вступить в мою страницу. Не в говно, так в партию вступить. Так вот, вступайте не в говно хотя бы, а вот на мою страницу ВКонтакте. Здесь вот Юлия Соображайна. Поздравляю с днем рождения. У такого милого котика на бургере. Милота. Спасибо, Юра. Не в говно, так в партию. Кто сказал? Пишите в комментариях. Вот этого не надо смотреть. Вот здесь будет кнопочка подписаться. Нет, добавить в друзья. Всех добавляю. Следующее включение, ребятульки. Итак, вот наступило новое включение. Как вы видите, я уже не за кухонным столом, так сказать, за моим рабочим местом. Раз это видео называется Back to School, я вам сегодня покажу учебники, которые нам выдали к школе. Давайте же начнем. Итак, смотрите, нам выдали алгебру первую часть и алгебру вторую часть. То есть задачник и учебник. Все перепутал, ну ладно, вы поняли. Дальше я взял уже биологию из нашей школы. Вот смотрите, она вот такая. Вот это учебник по биологии для 11 класса, как вы знаете, потому что я в 11 классе. И тут какой-то еще номер, я думаю, что это цена, но мне сказали, что это не цена, ну ладно. И это у нас... Оу, не будем это читать. Итак, это у нас обществознание, как вы знаете или не знаете, мне пофиг, я учусь в профильном классе по изучению гуманитарных предметов. Это у нас обществознание, 11 класс, академический школьный учебник. Академический, потому что я в академии, ха-ха-ха, шучу. Вот, это такой вот очень интересный учебник, давайте же прочитаем какую-нибудь тему, например, современные политические идеологии. Я думаю, все вы знаете, что такое современные политические идеологии. Вы же не тупые. Ах, да, вы же не в гуманитарном классе. И это у нас еще. Я еще взял учебник по химии, не знаю зачем, пусть будет. Я вообще никогда не изучал химию, но у меня по химии никогда не было и хороших оценок, потому что я не изучал. Здесь таблица такая-то Менделеева, смотрите, Ренды, бог ты мой, что написано. Ребят, сами прочитайте. И, фокус, фокус не хочет нам это показывать, рентгений, наверное, рентген, ха-ха, я думаю, знающие люди в комментариях сейчас отпишутся, зачем я взял химию, не знаю, наверное, забираю учебники у химбио класса, потому что они им нафиг не нужны, они ж химбио, ага. Это были все наши учебники, которые выдали в школе, как вы понимаете, нам выдали учебники не все, даже по гуманитарным предметам, но они выдали очень много учебников. Это ужасно, хотя, я думаю, вы там, жители Москвы и Питера, скажете, что это очень неправильно. Я говорю с голосом Дженны Марбас, потому что я не знаю, почему это делаю. Ну, в общем, ребятушки, привет, с вами я. И гора учебников. Вот, и крючок от фотоаппарата. Я думаю, вам нравятся такие влоги, поставьте палец вверх, и не дай бог нажмете дизлайк, тогда к вам придет страшная собака и сожрет вас ночью. Я добрый, ну ладно, не придет, ну ладно, придет, так что ставьте лайк. Еще у меня есть вот такая вот штука, она для рук. А здесь еще лежат наушники, такие Beats. И на заднем фоне Джейми Оливер, что орёт. Пойду его выключу. Итак, я выключил Джейми Оливер и включил Губку Боба. Прекрасно, да-да-да, я знаю, мне 17 лет, Губка Боб это тоже. И смотрите, что я начал делать.
Это история, новый полный справочник. Я уже прочитал 23 страницы. Сейчас я на теме культуры Древней Руси. Но я думаю, кто будет задавать историю, меня поймут. Также у меня здесь еще какие-то пособия. Там еще, а тут, ой, бог ты мой, тут коробочка от моих духов. Ну ладно. Смотрите, луч света божественный. Ой. Как выглядит мое рабочее место. Ставьте, пишите в комментариях, ставьте лайк, если вы хотите обзор моего рабочего стола. Там у меня мой MacBook стоит. Такой, привет, говорит, займись мной. Нет, не занимайся, нет, занимайся, не занимайся, займись. Я им занимаюсь. Также вот тут вот моя стена славы, здесь у меня все дипломы, награды, их очень много, они не вмещаются на стену, поэтому они еще лежат вот здесь. Просто куча, ну понимаете, там эти всякие первые места, призовые места, тут, там. Понимаете меня, их некуда складировать. Вот. А еще здесь лежат природные татуировки. Обожаю природные татуировки. Они выглядят как настоящие, но все, и все думают, что они у тебя настоящие, но они переводные, и ты такая, типа, всех обманываешь. Вот. Такие дела. Клевое включение, да? Ставьте лайк. Что-то этот влог уже какой-то длинный, его, наверное, пора заканчивать. Это влог Back to School, так что, ребятушки, спасибо, что подписались на мой канал. Поставили ему лайк, подписались на мой твиттер, инстаграм. Пишите в комментариях, хотите ли вы больше влогов, больше видео, больше подписчиков, больше влогов, больше видео. И я отъезжаю назад. Не знаю, почему здесь у меня, кстати, еще еда лежит. Вот она. И вам перемотана. Ха, почему она перемотана? Потому что мне лень ее чинить. Я никогда не буду чинить. И легче выкинуть, чем чинить. И еще стыдь кое уже здесь. А! Стыдь. Знаете, что это? Это собака стоит жопой кверху. Вам можно это говорить, вы мои подписчики. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Стас. Всех люблю. Вас больше люблю, чем всех остальных. Так что все. Спасибо. Пока.